поклон вам передавал монах Саватий Сафоны. Ну, спасибо Христос. Да. Он знает вам и просил, чтобы привезли ему начитанную Библию. Все в интернете теперь стоит, скачивает. Вот эти данные мои передачи у вас адрес. Много оборудования. Это у меня вода на позднего шесть. Сейчас мы пользуемся выиграем. А вот там у нас храм, тут владыка приезжал, митрополит Сергий служили. Слава Богу. Да, вот так Бог сделал. Мы считаем, митрополит это дар Божий для нас, потому что до него было другое. Ну, всего хорошего. Всего доброго. Так. А тот Саватий монах очень добрый. Я не знаю. Хорошо встретил нас. Уводил. Слава Богу. Да. Ну, всего так, хорошего. Как Авраам. Богом. Храни Господь. Если будет желание вам позвонить, что-то узнать. Ну, а я знаю, ваш сайт. Богом. Помоги Господи. Летом Котеряевку там крестить там или что нужно будет, или нет. Сейчас ему вместо митрополия дает справку, что они на замещании под судом. А здесь к нему приехал? Ну, сейчас еще нет, он 27-го не возвращает. Вот там Белеев, по монастырям, там друзья, священники. Поклонный вам. От кого? Отец Александр Паник. Паник. Да. Помнишь? Ладно. С Богом. С Богом.